Так, еще раз тогда, все, без звука. Значит, мы начинаем наш вебинар, как предприниматель работать с госзаказом. Главная его цель, это он ориентирован на предпринимателей, люди, которые за него сами зарабатывают себе деньги, или хотят зарабатывать себе деньги. И они, цель вебинара, то есть попрошу всего ответить себе на вопрос, буду я этим заниматься или я не буду заниматься. У меня помимо там, частной практики есть еще клиенты на постоянном обслуживании, на абонентском так называемом, да, и часть из них работает с госзаказом, а часть не работает с госзаказом. Вот, те, которые работают, я большой опыт достаточно приобрел. И я спрашиваю тех, кто не работает, а почему вы этого не делаете? Ну, это же диверсификация бизнеса, то есть новые возможности. Ну, как нет, нам это не нужно. Лучший враг хорошего. Давайте мы не будем залезать в это плохое слово. Госзаказ. Но где-то они правы, потому что, как и любое явление в жизни, если на него философски посмотреть, сложное явление, да, безусловно, у него есть свои плюсы и есть свои минусы. Вот поэтому онлайн-курс прежде всего для предпринимателей и новичков. Ну, коротко, я не буду мучить никакими номерами статей этот ужасный 44-й закон. Если вы его откроете, то сразу захочется его закрыть. Потому что, ну, на самом деле, это, наверное, не закон, а такая большая-большая-большая инструкция. Когда ты начинаешь читать статью, доходишь до середины, ты уже совершенно не помнишь, что было в начале. То есть это крайне сложная такая большая инструкция, которая все время пухнет, растет. Все это сдабривается еще письмами Минэкономразвития, которые разъясняют, как им пользоваться, да, то есть как нужно применять. В эти дебри мы погружаться сегодня не будем. Мы просто посмотрим, нужно, не нужно, да, и вообще, что это такое. Ну, идея, конечно же, как бы вам понятна, то есть идея наиболее рационального и эффективного использования бюджетных денежных средств. Государству нужны услуги, государству нужны работы, государству нужны товары, да, и он их закупает у участников рынка. Так вот, идея этого закона, это наиболее выгодно, справедливо, не обязательно дешево. Дешево не всегда хорошо. Вы знаете эту тройку, да? Дешево, быстро и вкусно. Одновременно три вещи не может быть. Может быть либо вкусно и быстро, но не дешево и так далее. Поэтому вот для того, чтобы наиболее эффективно использовать денежные средства, оптимум найти, да, придуман этот закон. Все разыгрывается на специальных процедурах. Ну, мелкие, там до 100 тысяч могут организации сами закупать. У поставщиков все, что больше 100 тысяч по общему правилу, проходит через конкурсы, аукционы, и еще есть такой запрос предложений, запрос котировок. Ну как, если коротко сказать, котировки, предложение это самое простое, да, рассылается участникам рынка, выставляется на сайте предложение закупки, оформляется одна бумажка, вы предлагаете свою цену, все, кто меньше предложил, тот и выиграл. Аукцион более сложный, да, то есть это происходит уже на электронной площадке. Но смысл там точно такой же. Выигрывает тот, кто предложит наименьшую цену. Конкурс это самый сложный. Конкурс, когда оценивается несколько критериев, то есть не только цена, а еще, например, гарантия там, кто больше даст гарантию, сроки, кто быстрее сделает. И еще оцениваются производственные мощности и опытность персонала. Там бумажки всякие представляются. Ну, мне в целом показался этот конкурс, конечно, какой-то фикцией и лишний способ злоупотребления чиновникам, чтобы отобрать нужных поставщиков. Поэтому, ну, сейчас вот наиболее популярно это, конечно, аукцион. То есть аукцион. Что нужно для того, чтобы участвовать вам в конкурсных процедурах? Да, в принципе, особенно ничего. Нужно зарегистрироваться на 5 основных электронных площадках. И будут там называть, это все легко найти в интернете, регистрироваться, ну чуть посложнее, чем в социальной сети Одноклассники. И начать там искать те заказы, которые вам нужны, то есть там же есть поиск, и участвовать в этих торгах. Вот для участия требуется, вот уже наше государство, оно по истечении времени начинает все выдумывать и выдумывать, защищаться от действий недобросовестных лиц, а страдают в итоге все, да, как в армии, один убежал, отжимаются все. Здесь то же самое, один там что-то придумал, какую-то схему, все.
Во-первых, для участия в конкурсе требуется внесение обеспечения. Если раньше это было можно, сейчас это обязательно. Это процентным соотношением от суммы контракта. Ну, не так уж там сильно много, но нормальная все равно сумма. То есть вы вносите обеспечение, участвуете в конкурсе. Если вы не выбрали, вам, естественно, эти деньги возвращаются. Но какое-то время денег у вас этих не будет. Второе – это обеспечение исполнения контракта. То есть нужно еще вносить деньги на исполнение контракта. Тоже требования, там, допустим, такую-то сумму на такой-то срок. Слава богу, еще не отменили пока банковские гарантии. То есть вместо денежных средств можно обеспечиться банковской гарантией. Она значительно дешевле, но тоже существенные расходы. Поэтому вот эти вещи вы должны, если в каком-то аукционе вдруг захотите участвовать, обязательно должны просчитать. Вообще, если сами как бы не хотите, есть специальные компании, которые оказывают такие услуги. Может быть, это не так уж и сильно дорого, я бы, не знаю, ну, я бы всегда, конечно, попробовал, потому что попробовать лучше, чем не попробовать. Заплатили там, они вам поискали по госзакупкам похожие заказы, попробовали один конкурс, выиграли, попробовали, это все сделали. Все, вроде получилось, давайте дальше больше. Просто, ну, я, у меня есть с чем сравнивать, вот у меня одни из клиентов, они работают по всей России. Ну, как минимум, вы посмотрите всю свою страну, что я с ними иногда делаю, да. Я уже каких только городах не был. Рынок, соответственно, у вас расширяется, они проектировщики, расширяются, ну, просто от Калининграда до Камчатки. Участвуют, выигрывают, едут, делают. Ну, бывает, вот, все было так классно. Если было классно, тогда бы не было этого вебинара, да. Что, какие опасности подстерегают? Вот самая некрасивая, нехорошая вещь, помимо потери обеспечения, да, если вы что-то не так сделали, обеспечение участия в конкурсе, но это очень маловероятно. Исполнение контракта может быть. Вот самая нехорошая вещь – это реестр недобросовестных поставщиков. То есть есть такая кара, такая санкция, я считаю, она очень жестокая стала уже с этого года. Она заключается в том, что вам запрещено участвовать в процедуре госзаказа на 2 года. Вы представьте, ну хорошо, у вас простое ООО, а если это вот те же проектировщики, строители, для их ООО, чтобы функционировать, необходимо участие в различных СРО там на несколько миллионов рублей. Да, то есть просто так другую ООшку не откроешь. Это первое. Второе, с этого года реестр недобросовестных поставщиков распространяется не только на саму организацию, но и на всех участников и директоров, которые там есть. То есть все, которые лица там выиграли, выпуски из игры лица, там все это на них распространяется. Ну, то есть весьма-весьма такая неприятная вещь. Если вы коммерсанты там, знаете, ну попробовали, включили вас в этот реестр, дай бог и с ним, жили мы без этого госзаказа, проживем и дальше, как говорится, да. Но если у вас связано, вот как я говорю, с разрешениями, с лицензиями, ну, очень неприятно, 2 года, да, то есть за что такие санкции, за что? Первое – это за уклонение подписания контракта в случае выигрыша. Ну, это, то есть, антидемпинговая мера, чтобы люди, которые идут на конкурс, они не отказывались. Там мы выиграли, там завысили цену, занизили, а потом мы не будем подписывать. Вот за это еще за то, что контракт будет расторгнут в народном порядке, я так написал в кавычках, по отрицательным мотивам. Ну, то есть, вы что-то плохо сделали, плохо поставили, и они расторгли либо в порядке 44 ФЗ, либо в судебном порядке. Само решение о включении в реестр принимает ФАС. Вот он рассматривает эти, да, вот у нас будет в Ростове-на-Дону. Как раз вот скоро. Вот смотрите, вот первое вроде уклонение от подписания контракта в случае выигрыша. Да господи, да разве может такое случиться? Да мы же хотели. Да почему же, как мы можем? А у меня вот есть такое дело, я уже занимаюсь им вот уже больше года. Началось все с декабря 2012 года. Дело длится до сих пор. Нам удалось выиграть только уже вот в этом году, в январе. То есть проходило там ФАС, инстанции и так далее. Что случилось-то, да? Вот что там случилось? Там выиграли контракт, а заказчик у нас в Москве. Да, в Москве, соответственно, вот почта, например, от Иванова до Москвы идет 3 недели почему-то, так долго. И вот в этом, а все еще это происходило под Новый год. Все это было там 20 декабря, и все вот так вот, все вот это наложилось, вся вот эта свистопляска. И в итоге получилось, что как бы наши не успели вовремя отдать им эти бумажки. Как бы, да? В принципе, что страшного-то?
Не успели чуть-чуть, принесли там через 30 минут по окончанию срока. Подпишите. Ведь уклонение — это когда я не хочу. Когда я уклоняюсь, когда вы меня ищете. Я-то хочу, но немножечко опоздал, может быть. Хотя на самом деле там не опоздал. Не буду выбираться в курс. И вот за это включили в реестр. Да, то есть это, ну, не успели, значит, уклонились. Все, то, что вы сейчас принесли потом, нам уже не интересно, все. Конечно, там был коррупционный момент. Шконтракт был очень дорогой. На самом деле цена его там была завышена реально от рыночной даже в сравнении в 3-4 раза, то есть хорошо зарабатывалось. И влезли не туда, куда нас просили. Ну, дается правду доказать, не смотрите, сколько времени надо. Вы понимаете, да, наверное, предполагаете, что коррупционные моменты, несмотря на все эти процедуры, идею счастья о том, чтобы все выгодно и эффективно, конечно, не получается, потому что хочется всем заработать. Всем хочется заработать. И, ну вот, например, в Ивановской области можно воровать только две вещи. Землю еще пока не всю, да, и вторая вещь — это госзаказ. То есть больше здесь воровать нечего. Соответственно, конечно же, вот на такие штуки, я не говорю, что все, куда-то там заглянули, все, происходят такие вот, знаете, пищевые цепочки. Да, то есть есть уже свои, вот оно каждый год мы делаем вот такое-то обследование какое-нибудь, вот мы тут платим, и все как бы хорошо, осваивают деньги, и всем как бы прекрасно. И вот тут нужно же все это размещать на сайте госзакупок. Влезает какая-то другая организация, не знаю, с Калининграда какие-то молодые, активные, научились тут всему, вебинаров наслушались, выигрывают этот конкурс и начинают там, приятный опыт, ну хорошо, вы выиграли, сейчас мы вам научим маму родину любить, ну вам вообще никакие работы не сдадите. Конечно, не то, знаете, там маны небесные, если не очень выгодные контракты. Так вот, что хотел сказать, что вот пока раз мы дальше этого коснемся, что вот эти антикоррупционные, тоже можно с этим бороться. Я, конечно, слабо себе представляю, что как можно залезть в какой-нибудь подряд там Газпрома, где Ротенберги и еще там прочие лица, вот эти фамилии, наверное, туда лезть не стоит. Но вот обычные вещи, которые вот бытовые, это такие, думаю, вполне нужно этим заниматься, ничего там страшного нет. Нужно просто четко с юридической точки зрения действовать в этих ситуациях, быть уверенным в своих силах. Все реально. Да, вот давайте тогда пример тут у меня написан, я расскажу. Это было буквально в прошлом году. Вот как раз выиграли контракт в одном городе там с Зауральскими горами на приличную сумму, и все. Вот когда приехали, им сразу сказали: ребят, мы вас здесь не ждали. Ну, просто вот мы вас не ждали, и все. Там просто эти деньги хотели освоить. Что мы стали делать? Мы стали делать там такое, там просим предоставить это, то есть действие, которое направлено на исполнение контракта. Элементарно, ничего там давно не надо. Только четко и твердо, да, со ссылками на нормы права. Ну, те уже почувствовали, что что-то здесь не так, так просто здесь вообще ничего-то не получится, и сказали: ну все, мы помним, давайте садиться за стол переговоров. То есть, ну, что-то надо как-то разговаривать. Дальше был разговор. Есть, да, мораль какая, что можно сдавать эти контракты, даже если вас сильно не хотят видеть. Какая особенность обжалования действий заказчика в антимонопольной службе, да? То есть вот антимонопольная служба, она какая-то такая интересная, креативная. Она придумала себе какой-то такой порядок квазисудебный. Когда вы считаете, что заказчик что-то не так сделал, но это все, как правило, на стадии размещения заказа, подведения итогов. То есть вот когда жалуются на саму конкурсную документацию, что там неправомерные вещи требуют, либо только не так подвели, не допустили и прочее. Вот это вот поле деятельности ФАСа. У них такая квазисудебная процедура, трое чиновников, один председательствующий, вызывает заявителя, ну, вы можете не ходить, конечно, заявителя, он там
ну, некое состязание какое-то такое устраивается. Ну, так первый раз было, конечно, немножко забавно, потому что когда ФАС начинает возлагать на вас бремя доказательства, ну, такая вот специфика есть. Они по результатам жалобы могут вынести предписание, то есть, например, отменить, там, обязать отменить результаты, подвести их по-новому. В целом, ну, если жалоба, как говорится, весомая, то есть есть за что, то ФАС отменяет эти решения. Но не все вопросы решает ФАС. Тактика исполнения государственного контракта. Здесь мы уже, то есть мы выиграли, заключили его. В ситуации, когда заказчик начинает не принимать работу. Понимаете, вот аномалия происходит из-за того, что заказчик зачастую это не хозяин. То есть не совпадают они в одном лице. Вот вы, если дома делаете себе ремонт, вы ведете себя исключительно как хозяин. Да? То есть вот вам сделали ремонт, немножечко планочка какая-то там отломалась, естественно, вы не будете расторгать там все контракты и непонятными вещами заниматься. Вы будете просить, чтобы вам эту планочку сделали, да, и, ну, вот так вот. А вот сами заказчики, они, к сожалению, так себя не ведут, и руководствуются каким-то иным мотивом. Это разовый заказ был, то есть человек занимается поставкой разных там тренажеров, вот всяких таких тяжелых штук. Он поставил в один такой славный город, который далеко. Много-много-много. Они собрали там весь тренажерный зал. И не оплачивают ему, и не оплачивают, и не оплачивают. Прислали ему. Вот этого всего, там, дай бог, было в сумме 1010. Вот этот человек, он хотел расторгать контракт. Размерно уменьшить стоимость, да. Мы можем предложить им, чтобы они это исправили там на месте, нам предъявили счет для оплаты. Или отремонтировать. Они выбрали отремонтировали. Потом они, ну, сначала они, конечно, не хотели очень долго платить, но мы пояснили, что судебная перспектива у нас железная, да, то есть мы все равно с них взыщем эти деньги. Поскольку оно оборудовано, принято, дети там уже вовсю занимаются, но, ну, вы знаете, на какие шансы тогда вот этого отказаться. Поэтому, если заказчик не принимает работу, нужно прежде старайтесь сделать все максимально на то, что ваша эта ситуация. Право, оно поощряет активно. Оно, потому что часто бывает как, вот не принял, мы не знаем, что делать. Когда мы не знаем, что делать, мы что делаем? Дело откладываем, оно потом заваливается сверху бумажками, и мы про это все совсем забываем. А потом, когда вдруг захотелось, и кто-то там приспичило, то уже, как говорится, может поезд уже уйти, даже элементарно истечь сроки. А если не истечь сроки, то государство дали зону этих же вот тренажеров. Почему мы там не ходатайство? Приятный пост.
и бумажки. На основании 719 приостанавливаем. Но у нас не сравняешь здесь с землей никак. Дальше звучит так уж лучше, чем вообще вот это все бросить и попасть в реестр недобросовестных поставщиков и потерять обеспечение. То есть нужно реагировать оперативно. Вот два порядка существуют, административный и судебный, тоже как и у каждого порядка есть и свой и плюс, и минус за игроков. Их пошлин платить. Ну и, собственно говоря, наверное, и все. Да? Ну и вроде как нормально. Вас рассматривают. Ну, а производственной мощности и сотрудники. Я представил, что у меня 3 машины и 10 сотрудников, а другой представил, что у него 5 машин и 3 сотрудника. Тому дали максимум баллов. Суд, а суд, его главный недостаток – это долго. Это которые о включении в реестр недобросовестных поставщиков обжалуются только в суде. Вы предприниматель. Закупки, есть единый сайт, да, где размещаются все-все-все заказы. Если вы его не найдете в интернете, то вам лучше никогда не пользоваться больше интернетом. Он не да, для тех, кто любит подстригаться сам. Если вы любите ходить в парикмахерскую, находите какую-то фирму, которая занимается такими вещами, то есть которые анализируют сайт, там будут готовить вам заявки. Ну, мне кажется, в таком случае, если контора хорошая вы выберете, то прическа получится лучше, красивее. Два можете участвовать. Потери вот эти, ну это редко достаточно бывает. И риск потери обеспечения, когда контракт расторгается. Ну тоже весьма достаточно. Смотрите, нужно, не нужно.
ну, такой конспект, где с номерами статей и прочими, если углубленно. Полную службу. Для примера, из того, хочу загружать вас каким-то огромным количеством клиентов, которые вам нужны, кому необходимы. Вы знаете, вот, в принципе, я как бы закончил. Да, там хотелось бы вот это. Люди не попадали в ситуацию. Так что давайте тогда закончим. Углубить, повысить там. По себе посмотрел. Попытка не пытка. И может. Четвертого раза. Вот если так, ну, первый раз не получилось. Сейчас, до свидания, было приятно.